57 выпускников Силамяевской гимназии прошагали под барабанную дробь по главной улице для того, чтобы получить в Центре культуры свой первый документ. Ведущий церемонии. Поименно называют выпускников. Чагина Марина. Mis me jätsime, me koos, kus leida seda, mis võiks hoida tul, veel kaua kaua, kui hommik juba tul, kas üldse meis on... С добрыми словами к присутствующим обратились председатель городского собрания Инна Назарова и мэр нашего города Елена Коршунова. Дорогой выпускник, успехов, попутного ветра и достижения тех высот, которые вы будете перед собой ставить. Добрый путь. Впереди абсолютно неизведанное. Будут дороги, будут каменистые дороги, будут неудачи. Очень хочется пожелать, чтобы все это вы преодолели. Потому что самое главное – это мечтать. Если тленная истина, достигается то, о чем очень сильно хочешь. Как говорится, попрошу вас ответить так, как нужно. Не пуха, не пера. И, конечно, в этот день были вручены золотые и серебряные медали. В этом году их получили. Золотая медаль. Татьяна Никифорова. Наталья Цух. Алина Лебедева. Эдуард Николаев. Андрей Сизмин. Ольга Бугакова, Василина Мазаева, Артем Семенов, Кирилл Иванов. Серебряные медали. Нина Мясникова, Павел Максимов. За хорошую учебу и активное участие в жизни училища были отмечены Сергей Васильев, Алина Иванова. В этом году на приеме у президента были Эдуард Николаев, Василина Мазаева, Андрей Сизмин. У старейшины Ида Вирума Кирилл Иванов, Артем Семенов, Андрей Сизмин, Ольга Бугакова, Эдуард Николаев.